Добрый день, друзья. С вами Верхов. И вот я, когда показывал 17-й день, сказал, что такое впечатление, что закончились трофеи на Неве. Но вот 18-й день подтвердил окончательно мое сомнение. То есть у меня Атлант перестал клевать полностью. Все мои попытки были тщетны. Сгенерировать себе поклевку Атланта, и мне это уже порядком надоело. Значит, проконсультировался я с Иванычем. Иваныч мне сказал следующее. Возможно, у него тоже была ситуация похожая, но она случилась гораздо позже, через 20 дней вылова Атланта. То есть он посчитал, что Атлантов он всех выловил. То есть они закончились на базе. Нет. Ничего никуда не закончилось. Есть такое предположение. Нужно проверять. А я это сделать, мне одному это нереально сделать. Если еще кто-то подключится, пожалуйста. Но есть такое предположение, что есть цикличность поклевок трофейного Атланта. Ну, то есть, предположим, цикл идет с 28 по 50 разряд, или как у меня по 52 разряд, а потом прекращается поклевка Атланта, и потом, возможно, повторится, предположим, сотого разряда по 120, ну и так далее. То есть эту догадку нужно проверять. На чем она основана? Ну, все ловили глубинку. Все знают, что на 14 разряде, на низких разрядах, замечательно клюет глубинка. И с повышением разряда клев все хуже, хуже и пропадает совсем. Можно несколько дней просидеть на базе и не увидеть ни одной поклевки. Приблизительно то же самое происходит с Атлантом. Но это все отступление. Дело в том, что в этой игре, по утверждению Ивановича, если в одном месте пропало, то в другом месте обязательно должно появиться. А вот где должно появиться, буду искать. Возможно, это будет белуга на Волге, возможно, это будет шестижаберная акула или кархарадон, возможно, это будет анаконда трофейная или еще какая-то другая хорошая рыба. Но для этого мне нужен, конечно, максимальные снасти. Мне нужно как-то доползти до 60-го разряда. Значит, ну для этого у меня квесты. Генератор у меня настроился хорошо и генерирует мне, ну просто, на мой взгляд, замечательные квесты. Вот предположим, как сегодня, ангара и вот такой вот квест. Кара серебряный, 463 грамма. Ну, уже играли квест. Уже знаем, что ловить на перловку. Ну, я сегодня в рыболовном магазине сейчас подкуплю себе перловки побольше. И на локацию Лосиный берег. Вот сюда. Здесь у нас карась. Достаем удочку, ставим перловку. Вот 4,59, хорошая ямка. Опять ставим перловку. Вот 4,21, хорошая ямка. Я, друзья, выбираю себе ямки с учетом заброса, чтобы легко было забрасывать, попадать в эту ямку. Не обязательно это может быть глубоко, мне главное, чтобы попасть в эту ямку хорошо. Потому что я предполагаю пьяную игру. И опять мы ставим перловку. И поищем вот здесь вот еще какой-нибудь. А, вот неплохая ямка. 4,15, замечательно. Перепад глубин, не ямка, перепад глубин такой своеобразный. Мне вполне подходит он. Мне кажется, что легко буду я сюда попадать, в эту точку. Вот, давайте с вами. Между тем, быстрая поклевка. А вот это, друзья, наш вес идет. Ну и замечательно, и хорошо, что мы сыграли этот квест. Так, что я буду делать сейчас? Сейчас я сниму похмелье и буду оставшееся время. О, разряд у меня что, поднялся? Давайте посмотрим.
Ну да, вроде как поднялся у меня разряд, стал 53-м. И здорово. И сейчас я буду пробовать на Неве пробовать ловить Атланта. И вот, друзья, я на Неве, и я вам забыл показать карася выигрышного. Вот он, 463 грамма. И вот я поставил два живца и раковую шейку и пробую ловить Атланта.